Смотрите на телеканале «Звезда». План Гойл-Ро вывел Советский Союз в число мировых лидеров. Тайны электрификации. Правда ли, что бывший террорист и организатор покушения на Ленина помог вождю обеспечить электричество всю Россию? Как внешняя разведка помогла зажечь лампочку Ильича? В то время молодому Советскому Союзу многие симпатизировали и помогали строить коммунизм абсолютно безвозмездно. Не факт. В субботу в 11:55.